Самые красивые леди живут в Мариуполе. И это правда. А самые смелые актерствуют в UAMRPL. Согласна. Присоединяйся, если не трусишка. Мы не кусаемся. Вот и все. А ты боялась. Актерка? Богиня. Восьмое чудо света. Я дива. Теледива. Я суперзвезда. Вопросы? Я просто представляю, идет Женя такая, а там бабульки две на троллейбусной остановке. Одна актерка, другая нет, богиня. Третья кричит, дед там, нет, это восьмое чудо света. И Женя такая, я дива. Вітаю тебе, дерево єднання. Дякую тобі за вікову мудрість, що ти нам даруєш. Низький уклін, адже в тобі сплелися колорити усіх регіонів України. Любіть дерево єднання. Женщина должна безупречно выглядеть и хорошо готовить, выйти замуж и родить детей. Стоп, сексизм. Прошу всех заложников социальных стереотипов усвоить раз и навсегда. Мое тело, мое дело. Свободу женскому выбору. Дарите девушкам цветы, мужчины. Я не глупышка, знаю, сидеть в клумбах нельзя. Это мой манифест. Я молю вас, мариупольцы, не топчите, не рвите, не разоряйте эту красоту. Бережіть квіткову веселку. Скажите, милочка, это водонапорная башня? Дякую, але ні. Це креативний простір вежа, колиска талантів. Тут варто виношувати, тут варто народжувати творчі ідеї. Пять минут, это много или мало? У тебя есть только 20 секунд. Милочка, сейчас спою. Кто сказал, что любить друзьям нельзя? Наблюдать издалека. Никому глаза не расскажут наш маршрут. Брависсимо, малыш!